У него вроде был, он скорее всего вышел. Уходом зашел? Готов? Иди на позицию. Хорошо, на пол. Кто перекинул человека? Зачем вы это сделали? По группам, чтобы была группа РДД, группа Миликов. Вот, ты на стороне Миликов стоишь. На той стороне вы постоянно двигаетесь, с нашей стороны вы постоянно катите. До бэмпу. Готов? Фокус. Да. А, у тебя же лагает, точно. Я забываю, извини, пожалуйста. 3, 2, припоты. Пул. РДД подошли, бьем, много не бегаем. Дайте на пул. Мелики, постоянно бегаете. Туда-сюда, туда-сюда. Ничего сложного. Вар, кричишь на ХП обязательно. РДД стоят на месте. Приготовились, скоро будем прибегать от луж. На лучах дашь моста круг полус без команды. На свое усмотрение. Письмо и перебегите с луж. Пархил? Хорошо. Бейте. Скоро надо будет сбежать, поделить дербаус. Приготовились. После первых рельс дадим Геру, если все выживут. Ребят, РДшки, дальше встали на нейтральную позицию, давай сакру. Перебежали. На чистую. Зеленых вышли. Прохил рейда, прохил рейда. Ничего страшного, подниму мага. Маг, сразу вставай. Если у тебя будет черный дебаф, сразу на ту сторону перепрыгивай. Вставай, прохильте его. Мелики, за свои метки не уходите. Воид, зайди туда, своим меткам. Не уходи на центр, очень опасно. Маг, вставай. Еще раз упал, что ли? РДД перебежали за черепок. Все перебежали сюда, оранжу держим. Прохил. С черных меток вышли, дальше уводи собаку. Ничего страшного. Ой, дальше с ними иди за спиной где-нибудь. Если надо будет поделить урон, то на себя зубы кинешь, ничего страшного. РДД зона стоит на РНЖ. Стоим, чилим, бьем босса. Скоро рельсы будут, дайте Геру. А, Гера была уже, извиняюсь. Альфа-тестер, сдашь сакру по команде. На рельсах. ДЦ надо будет поделить урон, себя зубы кинешь обязательно. Перебежали немножко РДДшки. Не ловить урон служи, обратно перебежали, на центр не идем. Ни в коем случае не ловить резонанс. Держим ранжу, хилимся. Альфа-тестеру иннер скинул. Много не бегаем, больше сбежались, поделили урон. Встали на нейтралку, давай сакру, сакру, сакру прожми. Выбежали. Прохилился ему. Хорошо, бейте босс. Прохил, 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 обязательно прохил. Если все мелики передохнут, их не жалко, ничего страшного. Вы идете по краешку, ни в коем случае к нам не подходите. Припот еще раз выпейте, как вы откатились. Кто еще не пил. Нужен фул урон. РДД перебежали. Свои сейвы не жмем, оставляем. Гламур, сделай пару шагов направо-налево. Ранжу держи. Скоро будет метка, надо будет сбежаться. Приготовились. Прохил сову, прохил сову. Хорошо. Прохил Вайда. Массейв, массейв. Массейв прожми. Фобус, хорошо.
В противоположную лужу не заходите, ребят. Встали на нейтралку, встали на нейтралку. Перебежали. Хорошо. Витиус. Рэнджу, Рэнджу. Гламуры сбежались. Делили рон. Сбегитесь, поделите рон еще один человек. Побыстрее. Выбежали. Прохил. Добивайте босс. Я если встану, сдохну? Не вставай. Если только Войт тебя поймаете. Да, если тебя Войт ДЦ классы на гламура, попробуй встать. Три. Там классы на него. Сейчас. Пока не вставай, пока не вставай, пока не вставай. Давай, сейчас прохилит, прохил, прохил, прохил. Сначала рейд прохилите, подожди, не вставай. Прохил, прохил рейд, да. Попробуй поймать его, вставай. Поймай гламура. Ренжу сразу набирай. Чекай, чекай, какой у тебя дебаф будет. Под бафу. Все нормально. Зеленый, все, на хорошо. Много не бегаем, зеленый. Ренжу держим. Ренжу, наберите, прохил сову. Ну, ребят, ну ебаный рот, блядь. Ну держите ренжу, ебаную. Это несложно. Вот, захиливай гламура. Один ДДшка остался. Полтора лява. Падайте. Сделайте точно так же, только лучше, пожалуйста. Не сдохните, как не совсем умные люди. 40 тысяч урона, это хуйня какая-то. По поводу черного дебафа. Милик, вам сложно сбежаться, поделить урон или что? Активация тьма. Это значит, вы просто не сбежали за дебафом. Видите, как РДшки типа делят урон? У вас над головой будет черная метка, просто сбегитесь, поделите урон. Я под собакой, у вас этого дебафа не вижу. У меня ДБМа на тюрьму нету. Сами увидели, сами сбежались, поделили урон. Если на паладине, то жмете бабл. Если на варе, там ШВ даете. Ну, блин, в голос это скажи. У всех есть микрофон, вы можете это прононсить. Я почти добил 300 тысяч. Чуть-чуть осталось, полтора ляма. Угу. Поставил рыбу, кушайте. Так же сделайте, только не умрите. Если видите, что совсем плохо, ну и подбегите, не знаю, к ДЦшке вдвоем, чтобы с ним поделить урон. Вас троих точно не убьют. Маг, на центр не идешь, конфликт стихии не ловишь, ни в коем случае. Черепок это когда мы перебегаем. Раньше, перед тем, как я не скажу перебежать, ты туда не бежишь. Стоишь перед квадратиком или перед крестиком. Это у Фола, кстати, у нас по луту консул и плюс один ролл на гильдии. Я сделал. По консулу это по чаркам, посмотрим. Добавим пул. 6, 5, 4, 3, 2, припод, пул. Пуляй, пуляй, пуляй. На пул дай. Ранжу держим, РДДшки. Очень важно держать ранжу. Чумная скинешь сам, дайте геру. Альфа-тестер, под эксио не дай, пожалуйста, Али. Мне уже нечего скидать. Без фальва было, блин. Прикалываешься. Я оба паладина отдали сами. Не два точно. Выбежали с этой хуйни. Обратно на рейндж ушли. На центр не бежим, конфликт не ловим. Альфа-тестер тебя касается. Сбежали. Делили урон, гламуру подбежали, поделили урон. Свои можете дать. Выбежали. Прохил мага. Ренжу держим, не нарушаем ренжу. Ни в коем случае. Ну, это миликов недостаточно, поэтому вот сам хилит. Встали на нейтралку. Перебежали. Пошли дальше бить. РДД на центр вышли, за черпок не уходим. Дальше проводи собаку на этот край. Милики, под собакой будьте, на центр не выходить, заметки. Для вас поставил специально, чтобы вы нас не вайпали. РДД дальше перешли, чтобы не подставиться. Как ты умер? Солод впал, остался еще один. Вспышка тьмы. Выбежали служа. Альфа-тестер. Падайте.
Ребят, милики, для вас стоят метки по краю. Если вы из них выходите, вы вайпаете рейд. Нахуй вы за них выходите, блядь, умрите, но не выходите. Что хотите сделать, но за метки вы не должны зайти. Они специально поставлены для вас, как барьер. ДЦ в луже, значит, вы к нему не подбежали, не поделили урон. ДЦ в зубы себе, пожалуйста, сдай, если на тебя будет темная метка, просто сдай все зубы. Ничего сложного нету. Тебе зубы, кроме как для своего сейва, ну, некуда сдавать просто. РДД, разливаем зеленую лужу, ну, по краю центра, по контуру этой лестницы. Еще раз, в темные метки мы не должны зайти. То же самое мирики не должны зайти в зеленые. Если вы заходите в чужие метки, то вы вайпаете рейд. Да, это Денис СПО войду. Что было? Это уфолог изначально начинай немножко дальше, чтобы мы от края шли, чтобы было больше просвора. Чтобы позже перебегали. Чтоб, типа, ну больше людей сдохло, меньше шансов было вайпнуться. Ребят, вы вначале, блядь, сильно не ебашьте босса. Я же. Мы милик, блядь, я напуливаю с мили, блядь. Я не могу хорошо к вам в РДД зайти. Хорошо, хорошо. Дадим тогда Геру после первых поездов, короче. Декс, намажь масло или кинь обмен, дам. Да, не надо, ну типа я срываю и так. Хорошо, добавим. Ну, типа, я в АФКшу участвую. 6, 5, 4, 3, 2, 1, пул. Уфолог, дальше начинают, прям дальше ромбика. Прям смело уводи ее. РДД мысленно для себя эту линейку продолжили и за нее не выходим. Сколько мы держим ранжу, бьем босса, наслаждаемся жизнью. Будет зеленая хуйня под вами, ничего страшного. Просто 5 шагов из нее вперед или назад. В темной фазе выбежали. Выбежали с лужи и не дамажим себя. Надо будет сбежаться, обязательно сбегитесь. Сбежались к АТХу. Сбежались к АТХу быстрее, поделите урон с ним, милите. Прохильте их, сразу еще таким раздай, выбежи из лужи. Дальше собаку проведи. РДД, немного смещайте, чтобы все могли бить. Думайте тоже о других. Встали на нейтралку, да, и сакру. Перебежали. Прохил. Куда ж ты бежишь в череп? Кто, блядь, бежит? Кто это нас... Кто это сделал? Кто побежал? Войд, ты выйди с комнаты. Я не на ту рельсу нечаянно наступил. Ну, ребят, ну не слакайте, пожалуйста. Этот босс, ну, не предназначен для слаков. Если вы даже слакаете, вы должны сдохнуть сами, а не вайпнуть рейд. У нас в меду был РДДшка, это был этот хпал, который до вас не доставал изначально. Не делайте хуету. Я стоял в черепке, даже не подходил. Буквально 3 минуты и не слакайте, убьете босса. Босс на 3 минуты. У нас лучше трая и шел 2 минуты. 30 секунд, и у босса осталось 20%. Там 1-3 ляма осталось, там 20% осталось, меньше. Просто для вас специально сделаны эти метки, за них вы не закрыть не должны, вы должны поделить, там, не знаю, выбежали наперед, там все равно надо двигаться, выбежали наперед, встали на нейтралку, поделили урон, перебежали, все. И все это можно сделать на вашей стороне, где стоят метки. На центр вам выбегать не нужно. Не надо этого делать. Да просто банально. Вот условно я на черной перефазе, вот я здесь стою, там условно, не знаю, милик еще здесь, и вот здесь еще стоит. И просто типа, на рендже все стоят. Все нормально, все курят, все кайфуют. Ну так разбегитесь, у тебя инженерка есть. Кто там еще стоит? Да цепи себе зубы даст. Там, не знаю, один бабл можно нажать. Арча на пул. Ребят, соберитесь.
Вас насрали, потому что вы поделили урон. Вы впервые все правильно сделали. Дайте набрать, дайте на пул. Давай на пул. Ранжу наберите между собой, милики. Чем надо, сделал пару шагов влево. Еще пару шагов влево. Все хорошо. Паладин, на... где-нибудь подальше стой, я не знаю. Ты очень близко к центру подходишь. Понимаю, что ты не достаешь. Вот блин. Рейндж, чтобы хотя бы оставал до мили. Хорошо, хорошо. Дальше не заходи. Сейчас она будет кому-то сбегаться в какой-то зоне. Приготовились. На темке сами следите, я не вижу вас. Зеленые выбежали, пару шагов вперед или назад. Обратно вернулись, на центр не идем. Тейкс разделите. Подбежали, поделили урон, выбежали, слушай, дальше проводи собаку, дальше, дальше, дальше проведи собаку. Прям нормально проведи, метров на 15. Декс проведи чуть. Приготовили, скоро рельсы встали на нейтралку. Перебежали. Прохил рейда. Прохил, 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 прохил. Ну, блядь, ну, ребят, ну кто это делает? Кто этим занимается? Я сейчас найду, кто это сделает, я кикну. Это я на рельсах был, не на тех. Ну, гламур и бонд в данный момент поймали. Ребят, на центр вы выбегаете в крайнем случае на второй фазе. Это, блядь, условная метка, вы дальше крестика. Я тебе говорю, я не на ту рельсу наступил. Хорошо, ребят, я сейчас буду внимательно следить, кто зайдет за центр, раньше, чем я это скажу. Я того кикну, без обид, надеюсь. Ну, типа, ты мне понял, что я тебе говорю, я не на ту рельсу наступил. Так, причем тут рельса? Вот из-за рельс. Если ты лутаешь не тот луч, то рельс. Вот, вот и все. Я хуй знает, почему-то у меня не отображается зеленое. То есть я стою как будто на у меня вообще никакая не отображается. Ты вообще не должен ловить рельсы. В этом. Я тебе говорю, я вот почему-то вот хорошо, последнего два вайпа было, а у меня, короче, рельсы не отображаются. И я не знаю почему. Графику прибавь. Ребят, Вар, черепок, Вар, это ты меня не слышишь, что у меня рельса никакая не отображается. Она только отображается у меня, когда она активируется. Давайте убьем этого босса, я не хочу рисковать, начинать с другого босса. Побежали по позиции. Лапу дайте. Это уфолог, начинай где-то. Сейчас переставлю ромбик. Откуда вот, вот здесь вот где-нибудь. Ребят, кто не видит ДБМ пул, я специально его в голосом наношу. 6, 5, 4, 3, 2, 1, пул. Дайте набрать паладину, давай ему агро. Ребята, крестик это для второй фазы. Дальше мы на него за первой фазы, дальше наших меток стандартных, мы не заходим. Это на вторую фазу, еще раз говорю. Ну так, я на самом деле рад, что они допиливают мне прям эту кайфу. Скоро надо будет кому-то поделить урон, приготовились. Темные выбежали. Выбежали. Слушай, на центр не идем от АТХ. Пытаем в сторону бежать, но не к нам. Поделили метку зеленую, сбежались, поделили урон, приготовились, выбежали с лужи. Архил. Сейчас лучи будут. Сакрус даст у нас фобос. Давай Сакрус, встали на нейтралку. Перебежали. Отлично, пошли бить босса. Ничего страшного, бейте босса. Под лицо босса в милике не встаем. Он отпустит вам в лицо полностью. Можно сальву, пожалуйста? Сальву по откату в Диксион кидайте. Чем на Гламур еще ближе к центру перебегите, переведи немножко дальше собаку. Дальше, дальше приведи. Мы уже тут. Там уже никого нету, можешь дальше привести. Я подходил урон разделить, они бараны тут их нахуй. Хорошо, хорошо, ничего страшного. РДД, аккуратно с вот этими черными лужами, не заходите в них.
Близко не подходим. Войд, под лицом босса не прыгай, шокинг нахуй. За спиной где-то. Если на себя увидишь дебаф, кинь 60 зубы. Это фокус, увидишь на нем дебаф, заори на него. Я могу не увидеть. РДД выбежали. Прохил, Диксион, прохил. Ребят, дальше черепка не заходим. Подальше встань, паладин, подальше встаньте нам. На эту сторону. Побежали, сука. Дайте массейв, массейв. Дай сакру. Выбежали на нейтралку. На нейтралку выбежали. Перебежали. Это я долго не откинул. Падайте. Короче, босс подъебал, не убивает вас. Вас босс убивает только во время этого сокрушающего удара, вот и все. Он очень быстро кастуется, лучше там не стоять. Да, и на ком метка подбегает к танку. И плюс один милик, и все, там больше ничего не надо. Ребят, рыба очень дорогая, поэтому давайте убьем все-таки. Чего спрятались? Куда пошли? В Белгородскую тюрьму? Да. Декс, я в тебя кидаю сальву, ты не переживай. Все, у тебя СС откатился? Нет, СС где-то еще 3 минуты. Угу, а ну мы успеем. Да, ДБМ пул. 3:40. 3:21. Пул. Соберитесь. 3 минуты без ошибок, ребят. Паладин, прибеги дальше, вот за сову прибеги туда, типа можешь, ну, я не знаю как. Альфа-тестеры, куда-нибудь сакру на быструю панельку выведи, по команде нажмешь первый. Тьма, выбежали. Под мордой не стоим, обратно перебежали. Сбежались, фроги поделили урон. Выбежали. Дальше собаку проведи. РДД РНЖ удержит. Альфа-тейстер, жми сакру. Перебежали. На нейтралку перебежали? Перебежали. Хорошо. Прям по краешку веди. Пока нет лучей, прям по краешку можешь провести. РДД, ни в коем случае близко не подходим. На центр плюс-минус стойте, вот где черепок. Мелики по внутренней платформе идите, прям на центр не выходите, дай геру. Близко стоит. Ренджу подойдите. Делите меточку. Меточку поделите быстрее. Разбежались. Декс, у меня домофон. ПРЛ срочно, 2 секунды. Скоро будут рельсы. Готовьтесь. Метка будет. Пайп. Гламур в лужу улетел. Ну, гламур и чумная. Да просто тут некуда было отойти. Я вправо, маг за мной. Короче, почему? Почему вообще не нужно? Мысли, типа, чё как водишь, пойди. Вообще, типа, надо водить очень медленно. Я не знаю, зачем водить так быстро. Мне похуй, что делать. Сказали, я перевожу. Вообще, поебать. Какой лужи стал? Как их всех убил? Чё ты несёшь?
Какую меду разлил? Ну что ты, блядь, вообще, ты соображаешь? Был сокрушающий удар, плюс подо мной было дыхание. Если ты вообще не понимаешь, что это происходит, так ты не говори, я отошел. И сразу спалилась лужа. Что ты, блядь, рассказываешь? Давайте посмотритесь, ворча. Все равно все пришли с настроением убивать, да? Убьем, дальше будет легче. Дальше босс вообще говно для десятки. Вы понимали, это вы вайпаете рейд. Вы вот вы в милике вылетаете в РДД и вайпаете рейд. Ты им еще какие-то, блядь, предъявы бросаешь. Дурачки, чешо нахуй. Ну, сейчас РДД будет, миликов. Сейчас, ребята, я еще отошел, это моя вина. Я отошел, у меня доставка приехала, курьер, извиняюсь. 3, 2, 1, пул. Дай героев, пока все живые. Декс, кинь, естественно, БЦшку. А у тебя другая, да, метка? А, понял. Декс, убегай на пистолет сразу. Диксиона не подходите, не подходите. Просто вайпайтесь на танку зеленую. А, все, понял. Выйди из комнаты. А, Гера, падайте, у нас Гера куда? Упадите все под морду, зайдите все дружненько. Это очередная проблема, то, что я пулю на РНЖ, вот. Вы, блядь, сам механик не знаете, мне что-то еще пишет. А, ты подходи, типа, может, тычка агрит. Что страшно, мы тебе дадим секунд 10 набрать. Тут нет берсы. Типа, ну сейчас все дойдет до того, что меня пойдут, сейчас все милики ключи возьмут и будут с ключами бить. Будут просто прожимать ключи. Ну это рекорды, кстати. Рыба еще стоит, еще можно покушать. Рыбу кушать, типа, стоит. Дал рыбав. Баф парит дать и по позициям вставать. Даем фолгу на агрить. Нормально отыграть, один трай, она упадет. Лак пороги. Бой будет длиться около 3 минут, ребят. 3 минуты не тупить. И просто послушайте, что я вам говорю. Элементарно ведь. По позициям разбежались, если готовы. Дейкс, если сейчас откатился, кинь в ДЦшку. Даю ДБМ пул. Фобус, иди прям такой нагревый. 7 секунд, 6, 5. Может прям сейчас идти пулить, ничего страшного. Никто не бейте, дайте увести паладину. Просто подойдите к меточку, пока не бейте. Даем ему набрать хотя бы 50 тысяч. Давай на пул. Бейте босс. Давай, Геро. РДД перебежали, пару шагов. Право-лево. Прохильте. Ладина. Все хорошо. Бейте босса. Сбежали с гламуришу быстрее. Чумная, чумная. Чумной, быстрее подбегите. Ближе к центру, чумная. Просто подбегите, видите урон. Выбежали. Тьма, сейчас будут трейлиться, приготовились. Мильки, вы можете уже рассосаться. Главное выжить, встали на нейтралку. Сакру дай. Перебежали. Мильки, идите бейте, уйдите с центра все. Не дайте нам резонанс, Мильки, ушли с центра. Вар, не делай так на этом боссе. Тут не так важен ДПС. РДД на максимальном РЖ стоим, милики в центр вообще не идут. С краешку где-то зажмитесь. Поделите урон. У банда меточка, поделите урон, милики, быстрее. Вышли оттуда. РДД перебежали. Прохилили рейд. Следующую сакру сдают фобус. Приготовились. Альфа-тестер.
шаг вперед. Я все вижу. Войд, по краешку беги, на центр не вставать. Войд, аккуратно, пожалуйста. А ты, Икс, будь аккуратен. А зеленая лужа, вот по контуру, который ты идешь. Зайдете в нее, будет вайп. В нее не заходить. Прям с краешку идите. Чем новым подошли? Фобус сакру. На нейтралку встали? На нейтралку встали быстрее. Прохил рейда. Свои прожимки дайте, прохильте рейд. Прохильте рейд, да еще можно прохилить. Сука. Падайте. Хорошо, давайте план Б попробуем, другой, немножко. РДД идем одним компом, ранжу не соблюдаем, когда говорю, будем разбегаться. А именно на зеленых уйти. Все остальное время мы держимся в одном фрейме. Я на себя поставлю звездочку, один трай так попробуем. Ну это назло. Первый трай был нормальный, сейчас, сейчас мы как вайпнулись. Произошло одновременно откидывание, и нужно было сбежаться. И буквально я шаг сделал, Чумная шаг сделал, мы оба в стане, и мы ловим... да, вы ловите оба лучше, это я вижу, да, ничего страшного. Просто ходить много не надо. Сейчас, ребят, это фобус начинай прям у того края, прям вот в самом начале. Мы с этой стороны начнем, чтоб точно никто ничего не поймал. Вот с этой свалки, где Костя. Чуть дальше. Пристабов. Вы, блядь, понимаете, что типа без разницы, какой вообще мид начинается. Круг идет себе и все, блядь, ну. То, что вы, блядь, я бы начну с выхода, не знаю, двери, ничего не поменяется. Пристабов. Это поменяет рейндж, по крайней мере, мы не будем сбегаться, мы не будем ловить дебафы. Дайте пристабов, пожалуйста. По своим меточкам стали. Милики также все бегаете, РДД и пасовье бегаете. Он альфа-тестер себе даже звание сделал под этот случай. Фобус, пуляй, мы дадим тебе время. У краешка встаньте прям в ромбике. На РДшке все стоят. Пока не бейте, 20 тысяч игра всего лишь. Стоим, бьем. РДД, только быстренько реагируем, пожалуйста. Очень важно. Чуть больше прохила, чуть больше пота, но меньше шанс вайпа. Милики, аккуратно, вы выше служ. Идите обратно, бейте. РДД, пару шагов вперед. Так и не набираем. Мильки, вам скоро уделить урон придется. Или РДДшку приготовились. Вышли на нейтралку. Перебежали. Сакру дай. Ничего страшного. ДЦ сразу поймай паладина. Паладин бабл сразу. Сразу бабл вражнешь. Вставай. Бабл. В одном фрейме стоим. Прохильте рейд. Сейчас я дам. Финнер. Дайте рыбав паладину. Приста бабку ну, дайте тоже. Альфа-тестер, темная метка. Альфа-тестер выбежал на ту сторону. Быстро, быстро, быстро. В темпе альфа-тестер. Ушел, выпрыгнул. Чего там орёт? Все хорошо. Дальше туда уйди к ним. На той стороне пусть. Мелька, у вас больше пространства, но к нам все равно не ходить. Главное прокиливать РДДшек хилы. Сейчас зеленый. В первую очередь. Ну, обратно как к нам беги. Прокил рейда. Обратно к нам перебеги. Прям в нас. Встань. Хорошо.
РДД по одному стаку ловим и перебежали, перебежали, перебежали парашюку. Стак пропал, перебежали назад. В одной меточке стоим. Удобнее всего это делать редаром. Делим урон, приготовились. В сабу все встали. Сука. Падать. Нам очень сильно не везет. Ребят, меньше двигайтесь, пожалуйста. У вас не должно быть бафа на момент этой хуеты. То есть вы сбегаетесь, вы изначально делаете как? Вы делаете маленький шажочек, с вас пропадает дебаф, делаете еще шажочек. У вас не должно стакаться больше трех штук. Упадите, падайте быстрее. Если у вас стакается больше трех, это дезориентация, это вайп. Как сейчас произошло. Вторые лучи переживаем, даем герам, босс падает. Вторые лучи на третьей минуте боя, ребят. Соберитесь. Ходим также в одном фрейме. Да, следующий босс начали, главное эту хуйню убить. Рыбак пройду, будто готов, по своим меткам побежим. Сейчас был идеальный трай. РДДшки, смотрите, добегите, я вам покажу, как перебегать, то есть буквально пару шагов. Останавливайтесь, смотрите, около вашей категории будет появляться второй дебаф, такой мелкий, такая типа печати. Он пропадает, после этого только вы делаете еще один шаг. Вы не стакаете ни в коем случае эту печать. Лучше, не знаю, продать человека в метке, пусть он сдохнет, но мы не вайпимся. У нас есть БР, у нас есть СС. Вот, тебя ждем. Бля, БР тут вообще на крайний случай. Вот именно, типа мы не знаем. Потому что его, тут давайте. После БР, блядь, метки рандомно даются. БР у нас только на хилах. И все. Ну да. Вот, как будешь готов, ты перебегай. Смотрите, РТДшки по сове. Смотрите, вот на мне зеленая метка. Я перебежал, на меня кинулся дебаф. Он пропал. Я еще перебежал. Я такими вот небольшими перебежками. Когда у вас подают дебафы. Больше двух дебафов не набирать, ни в коем случае. Вы готов? Туда ближе к танку, mm-hmm. Подбегите, милики. Пуляй, пуляй, поехали. Нормально, смотри, зон пуляй, у тебя есть время. Мы подождем. Начали бить босс. На пул. Мелики приготовили, сейчас надо будет скоро лужу вынести. Мелики вынесли. Обратно вышли, босс бить. К нам не бежать. Ни в коем случае. Один дебаф, ребят, и обратно. Ни в коем случае не бегать. Максимум один дебаф ловите лишний. Сейчас дебаф надо будет поделить. В темной метке или в зеленой, пока неизвестно где. Рандом. Встали на нейтралку. На нейтралку все встали. Перебежали. Сакру дай. Блять, ну, ребят, я же не просто говорю, дайте сакру. Ну, я же вижу эту хуйню. С этой хуйни надо было выбежать. Зеленый. ТЦ пакет и в соло. За собой перебегите по одному шажку. Много не ходите. БР КД 4 минуты, я хз что делать. Я подхилил. Хорошо. Прохилите рогу.
РДД очень аккуратно, по одному шашку буквально. Можете переходить, но по одному шашку, чтобы не накапливать дебаф. Прям коротенькими перебежками, без дебафа. Спокойненько идем, бьем собаку. Ждем вторые лучи. Перебежали за эту хуйню. Вот здесь можно один дебаф поймать. Встаю. Давай. Как себя по ХП сразу подними. РДД маленькими шажками, без дебафа. Сови пройти. Присту. Перебежали. Прис, я зубы дай, перебежали на нейтралку. Милики к нам идите. Ой, да если что, все смело зубы сдавай, только на этот случай. Они тебе не нужны тут на этом бусе. Дай Геру. Бурсите эту суку как-то всегда. Препода нажмите. Есть ина. Да. Мельгик, нам не бежать ни в коем случае. Сейчас делим меточку. Делим меточку сейчас и сразу перебегаем в сторону крестика. Приготовьтесь. Перебежали. Дальше перебегите, дальше, дальше, дальше. Обратно в центр. Около меточки встаньте, но не в нее. В крестике стоим. Вы можете чуть-чуть. Не нравится мне, тут стоим, с этой стороны, давайте здесь. По одному шагу ждем, пока дебафы скидываются. Много не ходим. Прохил, 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 прохил. Прохилите, пожалуйста, прохилите, там, молю вас. Прохилите аккуратно. На нейтралку встали, на нейтралку встали. Перебежали. На центр перебегите дальше, добейте эту суку. АТХ прожмись. Маны. АТХ на фул прожмите, да. Похер, бейте босса. Фобуса прокил, фобуса прокил, фобуса прожмись на фул. Я бы не улетел. Нормально. БР минута. Терпите. Выбежали с этой пыли. Бейте босса. Бейте, бейте, ничего страшного. Даже если еще одни рельсы будут, ничего страшного. Резонанс. Прохильте. Свои сови нажмите. Сакру, 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 сакру. Прохил, прохил рейдер, прохильте. Или тирон. Блять, я пытаюсь прохилить, я хуй знает как. Выбеги. Гламур, выбеги с этой хуйты. ДЦ нас четверых прохиливай, я не знаю как. Ну прохиль, пожалуйста. Танка прохил. Пытаюсь прохилить тоже. Гламур, бей босс. Мы с тобой последние. Кинется метка, сразу уходи, будем продавать друг друга. На нейтралку встали. Перебежали. В эту хуйню не сбеги. Давай, лям 300, тут в наших руках. Выбежал, выбеги с этой хуйни, аккуратно. Блять, воет потей, как зверь. Прям машина, давай, я в тебя верю. Декс, сразу от нас отбеги, я хуй знает, какой на тебя дебаф, прохилил. Дальше сразу шок на Декса. Поднимаю. Вставай. У меня сейчас у вас этот хуйня идет от вас и все. Уйди, уйди от нас, я хуй знает, какой на тебя дебаф, на тебе подхил, фоточки. На тебе темный, да? Темный, темный. Сиди, бей босса, только от нас подальше. Ты бегай, иди бегай, под босс прям беги, там твои друзья стоят. Гламур, аккуратно. Ой, тебя прокил. Сука! На мне зеленая. Бей босса. Резонанс пошел. Фобус бабл. Не добьешь, да? Ребят, пожалуйста, не падайте, меньше ошибок.
Холипал лежал очень далеко в черном луже. Очень далеко лежал. Посмотри, где он лежит и где мы были на тот момент. Мы бы его давили, если бы он не упал, и я его бою не хилил. Изначально не упадите. Все складывается из-за того, что у нас падает кто-то по тупости. Максимальной тупости, и это начинается пиздец. У нас сейчас ДЦ потел как звери, но, ребят, не оставляйте других это делать. Отыграйте просто по-среднему все. Нам не надо, чтобы один был кто-то топчик. Просто отыграйте среднее. Даже, не знаю, стабильно, нормально. Даже не надо хорошо. Банально отойти от рельс, не подходить в центр, это две механики. Сойтись там с дебафом. Вроде все взрослые, вроде ДЦПшников нету. Которые не могут заполнить две вещи. Декс, там, кстати, зря начал Диона призывать, так бы бил, 300 кады бы наковырял. Ну, а ХЗ, конечно, но это, мне кажется, зря. Так же играем. Герус пула. Ребят, не умирайте по этой хуйте. Вы сейчас увидели всего босса. Паладин, у нас две механики. Поделить лужу и выбежать зеленой метки. Все. Ну, зеленые лужи, которые под нами образуются. И рельсы третья. Все остальное, ну, для тебя не важно. Все готовы? Добавим пул. Дальше звезды не стоим. 3, 2, пул. Босс аккуратненько, ребят, не подбивайте. 20 тысяч игра. На пул. Бейте босс. Особо не поворстишь, конечно. Милики, скоро будет у вас лужа. Приготовились. РДД, перебежали за звездой. За звездой перебегите, стоим в звезде. В чем проблема? Перебежать. Поделили урон, стоим в звезде. Перебежали, приготовились. Перебежали. Маг, пожалуйста, хватит умирать от пула. Прям каждый пул ты лежишь. Пробежали на нейтралку. Обратно. Пошли босса бить. Милька фархил. Окей, бейте босса. Все так же стабильно. Аккуратненько, ребят, дебаф не ловите. Гламур, по два шажочка. Не надо так выходить. Не знаю, не вижу смысла, если два РДД лежат. Бейте, берса нету, время у нас дохуища. Милики, урон поделите, сейчас отметочки. Перебежали за собой. Ну и ребят, ну ёбаный рот, ну бросайте кас, перебегайте нахуй, падайте. Хватит страдать хуйтой, пожалуйста, ну давайте буду вас хуесосить, если вы этого хотите. Я вроде пытаюсь себя вести как нормальный человек. Сейчас не перестаньте делать хуйню, начну материться и хуесосить. Мак, еще один трай ложишься с пула, и я тебя кикаю. Я не вижу причин тебя держать, когда у тебя минимальный ДПС на каждом трае. Когда ты написал, что знаешь тактику. Пожалуйста, не ошибайся. Так, ребят, а есть у кого-то дживс? Сейчас поставлю. Мне буквально еще 10 секунд надо отбежать. Буквально 10 секунд, пока еду. Я поставил рыбу кушать. Привет. А вы на ком?
тут? В тюрьме на собаке. Понял. Пошли по меткам. Уже, блядь, 50 минут на этой хуйне сидим. Лапу. Разуды, звезда перебегает, прибегайте с ней. Звезда стоит, стоите. Что говорю, то и делаете. Саша, у меня больше нету. У меня один был. Говорю, перебежали, бросайте каст, перебегаете. Все ваши механики. ДБМ пул. Пуляй так, без ДБМа. Пуляй, поехали. Никто не бьет. На пул. Идем, босс. Бон, дай на пул. Вилики, приготовились. РДД перебежали за звездой. Перебежали все. В танков беги. Бейте босс. Дай сидеру. На нейтралку встали. Прибежали. РДД по чуть-чуть, по паре шажков вперед, без дебафа. По паре шажков, еще раз говорю. Чтоб не ловить дезориентацию ебаную. Дели метку, потом перебегаем за звездой. Побежим в сторону черепка. Приготовились. Через 2 секунды побежим. Раз. Побежали. Дальше перебегите. Хорошо. Назад к метке немножко вернулись. Стоим тут. Много не бегаем. Пару шагочек, ребят. Это не шутка. Как нужно. Главное, хилы не сдохните. 3 РДЖшки и хилов будет достаточно, чтобы убить. Просто не передохните. Приготовились. Сейчас надо будет сносить метку где-то. Или в РДД, или в миле. Аккуратненько. РДД. Полушагом. Встали на нейтралку, дай саку. Перебежали. Перебежали. До звездой встали. Везде подошли все. Бьем босса. Пару шагов сделали еще. Альфа-тестер, пожалуйста, не давай сакру вместе с фобусом. Я аноншу кому давать, по нику. Еще пару шагов вперед, чтобы не лететь в эту хуйку. Стоим ровно в звезде. Нам уже нельзя так находиться. Еще пару шагов вперед сделаем, все. Стоим, побежим здесь, побежим в сторону черепка. Приготовились. Раз. Перебежали. Кахил. Вайда поднимаю, воет сразу убегает нас. Какая у тебя метка? Посмотри внимательно, если будет зеленый, то к нам подойдешь. Зеленая к нам где будет. По чуть-чуть. Сбрасывается. Идем по паре шашков прохил рейда. Альфа-тестера прохил. Встали ровно в черепок, стоим. Идем босса, перебежали. Перебежали с этой пульты. Встали на нейтралку. На нейтралку встали. Перебежали. Окей, стоим. Танком подели. Падать.
Ребят, не тупите, пожалуйста. Ладно, короче, я не мог понять одного. Вы, блядь, как бы так адекватнее сказать. Вы, короче, ваш там центр, блядь, просто ёбинско, мы все стены лежим. Зачем вы пачка стоите? Вы что там, вроде не можете стоять? Фишка в том, что они путаются, начинается резонанс, начинается хуйта. У нас сейчас хотя бы резонанса нету. Потому что до этого мы дохли от резонанса, потому что кто-то с миликом, кто-то не сбежался, кто-то еще что-то. А маг опять топ ДПС, да, у нас? Блять, он... в РДД там вообще делать нехуй, я в РДД играл, там, блять, вообще стоишь на чиле, блять. Кушать рыбу. Я скажу так, начиная... Наверное, с 7 стаков. Любая перебежка под активацией скверны — это вайп для РДДшника. Невозможно похили, там влетает по 15 тысяч. И ты должен бежать куда-то. Мы не должны доводить до этих 7 фаз, понимаешь? Мы должны бежать быстрее. У нас просто, ну, ты видишь, у нас просто минус 1 РДДшка с пула постоянно. То есть, условно, все РДДшки 2 ляма нанесли, и маг нанес 4 стака. Это вспомните, в гильдию есть у нас кто-нибудь, нет? Вы можете взять хила, я просто на шамана, блядь, зайду, и все. В мили-зону уйду. Войду там не скакать, он будет с вами в РДД в зоне стоять просто. Я не знаю, мне как за дьявол за РД тоже был, там, блядь, вообще делать нечего, там все видно, место такое вот лучше, блядь. Полосы адекватно видно, в чем проблема тут, Шкаф нужен, Декс. Маг в дискорде? Маг, плюс-минус. Хорошо. Лапу. Саппорт выпей, пожалуйста, масло намажь. Стоишь в звезде. Делай, что я тебе скажу. От тебя тяну, не делаешь. Все по команде. По чаркам, стри, по шмоткам. У нас консул, то есть по нужным чаркам людям уходят. Один анрол на выбор. Ну, то есть, например, мага чарка, она никому, ну, не нужна, она тебе уйдет. А спорно по типа 105 СПД, там, не знаю, 4 крут урона, то ролит все. Один анрол на гильдию. Надеюсь, тебя такие условия устроят. Дайте кто-нибудь саппорт магу. Продайте, ребят. И саппорт перепейте, у всех уже пропал. Да, сам тебе дам. Ребят, фласки, масло перепейте. Саня сейчас купит на всех, не надо лететь. Если на всех, блядь. Если голды, блядь.
Вон, вот, вот дает. Все тут? Все готовы? Тестера ждем. А где он? За флаской улетел. Присмотрите, тыкнуть в носу. Да, ты же стоишь ровно в сове всегда. Стоишь и бьешь босса. Все, что тебе надо будет сделать, я тебя проношу. Когда говорю перебегаем, смотри, ты перебегаешь вот так вот. То есть, ты где маг? Кому я это показываю? Что ты на той стороне забыл? В звезде это в сове, а не на той стороне. Смотри, говорю перебегаем, перебегаешь вот так вот, по чуть-чуть шагами, понял? Пока на тебя дебаф не спадет. Вот так вот, понял? По чуть-чуть шагами. Ну, я думаю, ты понял. Сука. Выйдите из комнаты, заявите босса. Я долбоёб. Не, у меня пока есть. Просто выйдите из комнаты, ребят. Вот видишь, ты сейчас пошел, попал в дезориентацию, чтобы в нее не попадать, нужно выходить по-быстрому. У меня осталось всего лишь две рыбы, одна рыба уже. Поэтому, ребят, не умирайте, давайте убьем этого босса. Сука. Поднимите павших. Декс, у тебя есть рыба? Да, есть. 5 секунд. Уже поставили. Да, у меня 20 рыбы почти было, у меня за 2 дня 0 осталось. Покушайте рыбу и кто вдох, сразу перебегайте. Бежим по краешку, ребят, собаку не пулить. Да, свою тот на позиции убедить сразу, чтобы я видел это. Надеюсь, этот маг лучше, чем предыдущий. У нас предыдущий маг дох с пула, одел какую-то хуету. Я не знаю, как он вообще оделся. Маг, тут есть разные тактики, мы пользуемся этой. Она весьма успешная. Проблем пока что с ней намного меньше. Давай без ДВМ пуляй, макс пул не вливайся, дай поставить, у нас полдин играет, у нас нет ГДГшки. На пул. Немножко назад отойдите, капельку назад там. Бейте босса. Дай гиру. Припутики выпейте. Забираю стопу. Стоим на месте. При этом сейчас или темная, или зеленая будет. Знак, надо будет сбежаться. Темная, вышли, слушай. Правильно. Милики. Вой, будешь с миликами сбегаться. Зеленая, стоим на месте. Стоим. Готовьте прибегать. Перебежали. Когда звездой все перебежали. Стоим. Идем босса. Стоим на нейтралке. Маг нейтралка это где нету полосы, прибежали. Дальше перебегите с этих луж. У них никто не стоит. Хорошо, встали на центр, обратно в звезду. По чуть-чуть, ребят, спринтом ходите. По чуть-чуть там. Чтобы не давить дебаф. Все, перешли, стоим, бьем. Архив миликов. Милики выбежали из лужи. Урон делите вместе с танком. ДЦ, если что, на все зубы. И самое дорогое, что у нас есть. Ребят, спринтом аккуратненько. Дебаф не ловим. Ни в коем случае. Стоим, бьем на максимальной РНЖ. Звезду встать ровно. Прохил рейда. И че вы пару шагов вперед? Бейте босс. Фобус, сдашь сакру? РД, перебежали. С этой лужи выбегите. Макс, с этой лужи надо бы, наверное, выбегать. Говорю, выбежали, сделай просто из него блинк. Стоим в сове. Через пару секунд надо будет выбежать. Приготовились. Раз, два,
Вперед забежали, вперед. 5 метров. Стоим. Саку дай, перебежали на нейтралку. Стоим. Сову сбегитесь обратно. Так, давайте подниму, больше не ошибайся. 5 секунд я тебя подниму. Сразу из рейда выбежишь, сатрака у тебя добавка будет. Куда-нибудь в сторону в печеньку выбеги, как в печеньку, просто выбеги, вставай в печеньку, беги, маг. И в печеньку перебеги, как у тебя добавка будет, посмотрим. Если зелен, то к нам. Черный, иди под собаку иди, не через нас. Блин, сделай. Дай еще одну киру. А, КД, окей. Ты постоянно двигаешься. У тебя теперь другая механика. Это маг, вернись обратно. К нам вернись, у тебя зеленый появился. Маг, сейчас сразу к нам, как только закончится добав. Прям мгновенно к нам беги. Маг, к нам. Все, стой с нами. Выбежали. Быстрее. Прохил рейда. Гламур есть, Тать? Нет. Хуёво. Видите, босс. Здесь стоим. До сих пор стоим звезде. У нас еще с обоих сторон есть способ делить добав. Тут можно не стоять уже. А это фобус веди в обратную сторону, там зеленые лужи, это очень хуево. Декс аккуратно. Там опасность есть. Встали на нейтралку все встали. Перебежали. Фобуса прохил. Хилы заботите. Декс, сбегись, меточку приготовились. Дай сакру, люфтейстер. Бежали. Блядь, потей, потейте, ребят. Декс, перебеги. И давай сюда, по-моему, звезду. Хотя я радар, если что, подойду, забей, бей его. Кого иду? Войд, все зубы дай. Выбегай тут. Нормально. Фобусу больше дайте. Скоро отрелится вот фобус, стак раздашь. Прохил фобуса. Прохил, прохил, прохил. Килов нет. Сами на нейтралку. Падайте. Кил умер. Паладин, у тебя есть ОД? Иди купи себе ключ. Пожалуйста. Если у тебя есть ОД. Я не знаю, как вы умираете, ребят. Ребята, у нас маг докпул, вон, ну ты-то куда? Давайте соберитесь. Если дохнете, не знаю, идите себе купите ключ, носите его постоянно. У нас на экзам, по крайней мере, так делали. Правда, их обычно обзывали, но это уже пережитки. Хила у нас хватает, у нас предостаточно хила, у нас люди умирают с пула, поэтому нам не хватает урона. У нас каждая РДДшка дает почти по 3 ляма. Если у нас не сдохнет 2-3 РДДшки с пула, мы убьем спокойно этого босса. У нас умирают сразу люди, много умирает. Причем умирает максимально по тупому. Но я не могу поносить мельзону, я ее просто банально не вижу под собакой. Для меня там все в черных метках и все. Я не могу, я тебе могу сказать, что выбежали, но я не могу за каждым отследить. А Викауру на это дело мне лень настраивать. С пула не сдохните, наносите, не знаю, под валям каждая, она сдохнет. Маг это побыстрее, если что, перебегает, то есть появляется лужа, ты должен со всеми выбежать. Если ты останешься последним, то ты умрешь. Бегай ровно звезде. По меточкам встали, пуляй, поехали.
Босс никто не бьет, ждем на пулу. На пул? Агрони, рвите у паладина. Аккуратненько. Атакай, не рви агро. Аккуратней с этим. Выбежали из черных луж велики. Подошли, бьем. У нас не улетать. РДД, по паре шагов. Войд. К войду сбегитесь, метку поделите. На префайре хиль уже половин. Уже на префайре ДЦ хиль. Выбежали, слуша. Дайте геру. Бейте босса. На нейтралку встали. Перебежали. Слуш, дальше выбежали. Дальше. Прохил. Ну, блядь, ну как вы там остаетесь? Ну, ёбаный рот, ребят. Вы перебегаете, говорю, лужи, вы перебегаете дальше, чтобы не стоять на их краешке. Ну, ёбаный рот, что вы, блядь, делаете? Как вы, блядь, умираете от этой хуеты, блядь? Которую уже трай, блядь, вы это делаете. Может, хватит тупить, блядь? Бейте, босс. Гламур, помоги похилить, где-то что-то не успел. Стоим, кстати, сейчас метка будет. Через 5 секунд перебежим поближе к черепку. Приготовились. Перебежали. Я вроде все ноншу, блядь, не тупите. Это овощем надо быть, не запомнить одну механику. Перебежали, да, отбежали дальше. Элементарно, блядь. У нас хилит один ДЦшка, поэтому аккуратненько. Если инерка бы не нужна, хорошо. Дальше переведите аккуратненько, по шажочку. Не лови в дебаф при этом. Перебежали. Сейчас можно один дебаф поймать, ничего страшного. В сову встаньте, ровно в сову. Касается РДДшек. Мак, ты можешь блинком пользоваться. У тебя это максимально удобно. Радар, блин, все работает. Встали на нейтралку. На нейтралку встали. Перебежали. Бейте босса. Немножко пару шагов сделайте. Бейте босса на максимальной РНЖ. Лужа Мельзона. Будете втроем сбегаться. Зубы, если что, ты себе дашь. Встали все в звезду. Готовимся. Перебежали. Прохил. Прохильте, пожалуйста. Скоро уже будут, приготовились. Не сдохните, блядь, в этот рай. И добейте тут, я уже заебался. Приготовились, лужи Мельзона. Вышли на нейтралку. Перебежали. Урон вообще можно не ловить. Бейте мусор. Темный добав себя зуба дай. ДЦ, аккуратно. Себя можешь зуба дать смело. Тобор, помогай. Там очень много летит. Я тоже помогаю. По мере возможности. Стою на месте. Одна лужа не страшно. Припотики выпейте, добейте эту пульку. Войд себя прохил. Дайте ему сейф. Был. Гламур себя прохил. Войд себя прохил. Все равно как-то умудрился на 50. Выбежали.
Добейте эту пульку. Спасибо, блядь. Пойдем. Да ладно. Да ладно. Блять, это гламур. Ну ты понимаешь, да, что это карма твоя? Что? Это не твои? Это разорвать мои. Какую-то. Ну, поздравляю. Чё, отказываться от лута или чё? На гламур шо упало? Сапоги на Элема. 54 вижу, 54 вижу. Альфа-тестер и Твизи. Кто еще? Больше никто не хочет собаку? 81 вижу, бонд. Так, латы, кольчуга, да? Латы, смерть и разложение, это на ДКшку, да? Правильно? Да, понимаю? Нету никого. На распыл киньте ролл. Вот эти ботинки на распыл. А, фобус? Ну окей, фобусы. Больше танков у нас нету. Не, ну нет, кстати, по статам-то нормальный. Ну, гламур, ты видишь, это за то КД, как бы, тебе карма. Да-да-да-да-да. Только я другой хотел. Хотел с бурстом, который. На, сразу апнешь. Пошлите на второго босса. Бот это по-любому, этому шаману ему 100% нужны. Ну и тем более типа на мейн класс. Че, сразу на второго? Без разницы. На легкого, на потом оставим. Маг тактику на него знаешь? Да, нет. Хорошо. Короче, здесь тоже такая стратегия. Все в танке стоят. А что нам написали, что мы душные или это не надо? Тактика для РДДшек. Элементарно. Ставить совет, делать, что я говорю. Все. На ком будет дебаф на второй фазе? Буду говорить, что ему делать. Механика самая обычная. Просто выбежите на ранжу 5 метров от рейда. Все. Вся ваша механика. Дадим геру, бурсанем, он упадет буквально за 5 секунд. Ну, условно. Секунд за 20. Многие упали. Тыкните, пожалуйста, рыбу. Да, дебаф купола. Именно его надо выносить. У нас свой остальной покер. Сфера перекрывает Диксиона и Сова. Дайте, пожалуйста, рыбу. Какое еще осталось? Я совсем бомж. Уже, блядь, у всех позанимал. Сейчас дам. Рыба у них дефицит, ага. Мы видели. Ну, говорили, дай рыбу. Я взял за бедву, чтобы никто не стал. Ну, вот вместе поставлю. Так, Декс, Гламур, Альфа-Тейстер, стоите с той стороны. На Диксиону поставлю печеньку. Остальные РДД стоят со стороны звезды. Милики так знают, что делать. Ой, ты тоже с нашей стороны. Даем паладину на пулить вместе с урогой. Уже давай на пул. Даем набрать ему 5 секунд. Первая фаза не опасная. На второй фазе, на первой фазе я говорю стоп, значит все стопали, никто ничего не кастует. Увижу каст, ребята, минус пробы. Мне важно, чтобы босс нормально перевелся. Декс, перекроешь. Перебежали бы за звездой поближе. Декс, тоже, иди свои.
Дальше Мелизон забежали, прохил рейда. Встали обратно. Бейте босс. Ребята, еще раз со стороны печеньки ходите за Диксион, со стороны звезды и за звездой. Все элементарно. Прохил рейда. Не, ребят, прохил рейда. Не закрывайтесь вместе. Стопайте по боссу. Все стопнули по боссу. Фулл урон стоп. Ломур, давай я подержу. Стоим, ждем. Никто не бьет босса. Вообще никто не бьет. Сейчас мой каст пройдет, после этого... РДД, встаньте в сферу. Где Бон? Встаньте кто-нибудь из РДД. Любой туда встаньте. Я заберу. Давайте Геру играть по боссу. Трикотики выпейте. Появляются вот эти вот во тьме не стоять. Или ближе, или дальше. Одно из двух. С купола выбежали быстренько. Альфа-тейстер, да, и Сакху. Вот, метки подошли. Вынесли. Меточки подальше от первых полосов вынесли. Это погружение. Выше с них. Зашли. Вы зашли, 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 зашли. Хорошо, бейте босса. Добивайте. Фобус прохил, фобус прохил. Фобус, дай Саха. Добейте босса. Поближе подойти, поближе подошли в мелизону. Бейте босса. Свои сыви нажмите все. Просто бейте босса. Паладина прохил. Можете оверхилить, можете руки дать. Что угодно. Слушай, выбежите. Мелизоне, мелизоне аккуратно. Дайте мосты. В мелизоне все свои сыви нажмите, велики. ШВшки, сакра, там, не знаю, что угодно, бабы. Последнее дыхание переживите. Ближе ли дальше, ребят, но не во тьме. Гламур попробуй. А, окей. Падайте. Смотрите, ребят, фишка в том, что если вы умираете, вы поставляете весь рейд. Мало того, что мы теряем ДПС, на второй фазе ебет все сильнее и сильнее. Если вы умираете, вы поставляете рейд. Умирают 2-3 ДДшки, мы падаем. Почти всегда. А вот сейчас, если бы не упали, мы бы добили его. В мили могли разлить только милики, и все. Не умирайте, пожалуйста, в второй фазе. На 50% Вард, я говорю... ты чё, блядь, там доебался? Чё тебе рога, блядь? Да знаю я, что куда надо зайти, блядь, но я не туда, я просто ребята, выносил нужен, блядь. Ребята, пожалуйста, не ссоритесь, потом посоритесь, если вам надо. Вар, ты пиздец, ты такой душный, я того рот ебал, блядь. Я сейчас замучу вас обоих в дискорде, если вы будете... Да мне похуй, блядь. Хорошо. Поставьте, пожалуйста, рыбу. Давайте сам последнюю свою поставлю, кушать-то. Дайте рыбах пройду. Стоим также на второй фазе, ребята.